Что сделали все знакомые вам пары с апреля по октябрь 2020 года? Ты всегда будешь со мной. Правильно, почти все развелись или подошли близко к этой теме. И сейчас семьи заперты дома, окружённые бытовухой, с детьми на дистанционке, что достает и детей, и учителей, и родителей. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в сени к нам летит. Конечно, такое, блядь, трудное, сука, задает, блядь. За ебаную училку, Без какой-либо серьезной возможности свободно путешествовать или даже просто сходить вечером в кино и потанцевать после 23 часов. В общем, все исчезло, и люди начинают срывать свои нервы друг на друге, в том числе и семейные пары. Что делаем? Работаем с эмоциями. Наша Алена засыпает с мыслью прекратить истерить и начинать интересоваться у мужа, как у него дела. А просыпается с раздражением от того, что каждый день повторяется, как день сурка. Здравствуйте! Хотите стирать вещи без вреда для здоровья и кошелька? Тогда смело выбрасывайте стиральный порошок и покупайте шарики для стирки. На курсе «Сила баланса» мы выполняем задание на выработку этого очень полезного навыка, который здорово помогает в первую очередь в самореализации. Парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Но, конечно, применим и в любой другой истории, когда вы связаны с другими людьми. Алене надо составить топ самых жутких эмоциональных срывов от 1 до 10, где 10 – это просто апокалипсис, ситуация, где она испортила себе жизнь эмоциями. А что, мне не давить яку на есть шоколад? Я тоже, может, хочу шоколад, блин. Задумала, блин, мне тоже надо шоколад. Мне тоже надо шоколад. Я тоже хочу шоколад. Выписать на бумажку, прожить ситуацию заново и решить, что она сейчас сделала бы на своем месте в той ситуации. Рассказать универсальный способ успокоиться за 3 минуты в любой ситуации.